Всем привет, с вами Нильф Горный, я играю в игру Godest, мне в нее посоветовали и очень приятно посоветовали в нее поиграть. Я захотел сразу в нее поиграть, так как мне в нее посоветовали, вот не знаю как еще передать. И в этой игре вам дается скромная роль бога. Бога, который будет управлять своими людьми. Давайте посмотрим, что тут надо будет делать. И я играю первый раз, и в принципе, может быть, я что-то буду делать неправильно. Тут слишком мало места, не очень-то подходит место для укрытия. Продолжайте. Я могу управлять слоями земли, как видите. Могу. Вот единственное, только я не знаю, как... А, вот так вот карту разворачивать. Все понятно. Так. А вот это что? Ага, все понятно. Мне нужно найти место на них, для них проложить путь, чтобы мои Адам и Ева начали новую жизнь в новом месте. Чтобы выбраться, откуда выбраться, вот сюда им нужно. А, ну все, отлично. Только они что-то растянулись, ребятки. Мне куда-то их надо привести, скорее всего, в какое-то, ну понятно, в более крутое место. Поначалу это... Оп. Пласты земли, как видите, я могу, так как я бог, я могу пласты земли двигать. Раздвигать. Берите пруд. Да не будет пруда. Прикольно. Честно говоря, и графика, и все, стилистика этого не то, слишком некрасивые для земли обетованные. У ваших бедняк верующих кончаются варианты. Бегите дальше. Грязно здесь как-то. Смотрите, не прям вау, в этой грязной. Тот осуш может оказаться лучшей землей. Вау. Ну да, понятно. Выглядит многообещающе, вашим верующим тут нравится. То есть я нашел для них большой, огромнейший остров. Так. Вечереет. Вашим верующим нужно укрытие. Уберите для них эти камни. Скала. Камни захламляют ландшафт и портят ровные участки земли. Коснитесь и удержите, чтобы уничтожить их для получения веры. Так. Коснитесь и удержите, чтобы убрать. А, вот так вот, как бы вниз я опустил. Rocks are a fantastic store of belief. My big tip, first big tip to you is don't destroy too many rocks, because later on they're a really good way of getting that. Так, теперь ваши верующие могут построить жилище и жить в нем. Seems like a negative, but actually later in the game when you're not mining, they become a positive. So be careful with your rocks. Хватит болтать. Я не люблю, когда кто-то болтает вместо меня. То есть они строят, притом строят так, от балды. Притом строит еще и женщина. Ну, а мужчина такой... Забавно. Очень прикольно сделано, очень прикольно выглядит. Я буду играть в эту игру и сделаю несколько серий, даже небольшой летсплей. Теперь они в безопасности и хотят плодиться и расселяться. Им нужно больше надела для строительства. Так, понятно. Оп, еще одно место. Это значит, что они могут работать, коснить, чтобы вдохновить строителя. А. Коснить, чтобы вдохновить строителя. Чего коснуться-то, я не понимаю. А, вот, все, понятно. А, имеется в виду, было, наверное, не вдохновить, а как бы, чтобы создать строителя. То, чтобы был строитель. Это полупрозрачное пятно указывает на то, что строитель работает. Понятно.
Ну, в принципе, и так понятно, что он работает. Давайте немножко передвинем и раздвинем территорию. Почему нельзя? Это верующий теперь живет в новом жилище. Так можно увеличить численность населения. Окей, я не против. Почему-то я здесь не могу, кстати, передвигать. Селение размножается. Ну, понятно. Сначала появляются производители, а потом и строители, наполняющие жилище. Используйте влияние, создайте три надела, чтобы верующие вели на них строительство. То есть, понятно, мне здесь вот так вот нужно сделать, и вот так вот нужно сделать. Так, есть. Ну вот, строители. Ага, все понятно, я теперь понял, как строителей быстренько создавать. Так, три надела надо им сделать. Вот давайте здесь вот передвинем немножечко вот так вот. Место. Вот еще под один дом получается. И очень симпатичненько будет такое место. Так, значит, еще одного строителя давайте сделаем. Потом, я думаю, можно вот это вот, вот здесь вот еще передвинуть. Вот эти пальмы оставим, а вот этот вверх можно передвинуть вот так вот. Понятно, в какой-то определенный момент, в общем, можно все двигать. То есть мне сразу не все возможности даны. Все это постепенно будет. Так, а вот здесь вот можно увеличить немножечко? Так, скалу совсем уберем под низ. Вот, еще одно место появилось, отлично. Коснувшись, вы догнаете верши. Понятно, они размножаются, кстати, они прям сами там, так сказать, мне ничего для этого не нужно делать там. Или, по крайней мере, им не нужно приходить в жилище, это хорошо. Я эту игру очень давно уже наблюдал, в том плане, что в интернете как бы она давно уже появилась. Но как-то, честно говоря, не доходили руки до нее. А тут человек прям так, знаете, описал. Мне очень понравилось, как он описал эту игру. И он сразу дал ссылку на эту игру. И вот сразу захотелось поиграть, потому что, ну, человек приятно так дал понять, что ему будет интересно посмотреть об этой игре. У вас новая карта. Шкала. Что это за карта? Поселение нового времени. Ну-ка. Вместимость 2. А, новые дома. Эта карта откроет жилище нового типа. Чем больше жилищ, тем больше в них верующих. И, соответственно, больше веры. Все понятно. Так, а что для этого нужно сделать? Так, наклейки спрятаны в сундуке. И вам нужно их найти. Постойте вокруг, чтобы найти. А, посмотрите вокруг. Вот, все понятно. Вот сундук, значит. Давайте вот здесь вот сделаем переход вот такой вот. Даже я бы, наверное, вот так вот сделал. Почему бы и нет? Так, место есть. Давайте. Переполнено. Переполнено. Я хотел строителя сделать, ну ладно. Наклейки спрятаны, ладно. Казнить сюда, чтобы открыть его. А, вот так вот. Господи, как они долго говорят-то. Там еще и чихает у них кто-то на заднем фоне. Ну, вообще круто просто. Вроде бы я заметки разработчиков отключил, но попробуем без них. Будем считать, это был голос совсем больших богов. На самом деле, я бог вот этого поселения, а там совсем-совсем всей вселенной. Ладно, я отключил вроде бы вот эти голоса разработчиков, ну и уже хорошо. Потихонечку все понятно было, что вот эти карты как раз-таки дают возможность увидеть развитие населения и предел, так сказать, какой будет. Но я дальше не буду прокручивать, мне так неинтересно. Потихонечку будем развиваться. И вот это что такое интересно? Это у нас маяк расширения. Не построено, нужно маяк. Карта награда получена. Ага, строители могут зажигать маяки, чтобы увеличить ваше влияние. Все понятно. Славное жилище. Славное жилище. И сразу они строят. Давайте еще расширяем, расширяем. И расширять будем мы сейчас наше поселение. Я думаю, это очень важно. Так. Вот я бы, честно говоря, вот так вот опустил. Вот так вот сделал. И сейчас я хочу, чтобы было интересно и красиво. Интересно. Я хочу вот здесь вот здание построить. Попробовать. Так. Так, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот
Ага, вот там пока вам пока не хватает сил для того, чтобы ваять тут. Ну понятно, чтобы работать там, мне пока не хватает силушки богатырской. Либо слишком далеко, либо еще что-нибудь, мало ли там, да? Вот давайте вот здесь вот уберем немножечко, вот так вот. И еще один домик влезет. Пока будем работать хаотично, то есть в плане того, что... Блин, вот здесь бы дом классно было бы построить. Может, давайте попробуем. Как раз вот здесь вот появилось свободное место для того, чтобы сделать лестницу. Я так понимаю, я смогу только вот таким вот образом все строить. То есть, в принципе, даже не я, а сами жители будут все строить. Поэтому... Так, давай, строй. Без остановочки, я думаю, прям можно продолжать строить, развиваться. Угу. Я здесь пока не могу. Увеличить население до 16 человек. А вот, вот 14 общее количество и 16. Ну, в принципе, сейчас все будет готово. Я так думаю. Вот здесь единственное, конечно, можно было бы как-нибудь. Хотя тоже симпатично сделано. Так, 16 и новое восстановление руин как раз таки. Ух. Почините маяк. Можно построить маяк, коснитесь ближайшее жилище с свободным строительством. Ну, понятно. Чтобы построить маяк. То есть он сам, кстати, идет строить прям-таки. И давайте развиваемся. Раз у меня 24 жителя. Кстати, почему вот здесь вот... А, розовый это просто житель, а синий же это строитель. Потихонечку пускай строит. Есть места для постройки, так что почему бы нет? Может быть, вот здесь вот можно расширить. О, отлично. Еще одно здание построили. И, кстати, я вот увидел одну вещь. А вот как ее... А, понятно, я смогу ее подобрать только... Вам пока... То есть я смогу подобрать вот этот вот ящик только тогда, когда смогу двигать... И там вот карта закрыта. Все понятно. Население тем самым и будет развиваться. Ваши верши построили маяк. Коснитесь карты, чтобы отключить ее. Маяк расширения. Вау. Так, понятно. А вот интересно, можно... Просто промодернизировать здание, похоже, нет. Достигнув этой цели, вы начнете получать силу от верующих в виде веры. Все понятно. Давайте еще продолжим. И еще. Я, понятно, получил опять молоток, который мне поможет развиться. Ох, невероятно, какой большой остров. Круто, просто круто. Кстати, вот почему-то вот этот ящик я не могу... О, я его как бы откопал. Круто. Тоже такие маленькие квесты получаются. Значит, вот здесь вот... А, это просто рыбки такие. Забавно. Достигнув этой цели, вы... Да, понятно, все понятно. Так, вот здесь я могу? Нет, пока. У вас новая карта. Сила молитвы. Коснитесь сгустки или... Проведите пальцем по сгусткам, чтобы собрать их. Даже музыка создается. Ребята, мне нравится игра. Поистине нравится, потому что... Отлично, еще один. Я подожду, когда их множество наберет. 820 ваших вер хранится здесь. Тратьте ее на свое усмотрение. То есть, я так понимаю, как раз таки... Да-да-да, вот эта вера как раз-таки она и тратится на прокачку вот этих всяческих. Теперь вы можете, да, вот здесь вот, вот как раз-таки. Вот там еще даже два. Ни черта себе. Отличная новость. Жилище расположено достаточно близко к храму открытия. Коснитесь, чтобы отправить к нему строителей. Сейчас, что-то все быстро как-то происходит. Так, открыт. Отлично, смотрите, новых карт сколько. Я здесь могу... промодернизировать.
Вот 50, и теперь у меня новые жилища, я так понимаю, появились. Так, управление верующими, понятно. Ладно, это другие задания, пока что... Новые постройки на траве, это круто. Давайте прям вот так по максимуму, прям зададим задание. И вот, смотрите, наверх они. Отличная новость. Расположены достаточно близко. А, ну все понятно. Это мы как бы успеется еще. Смотрите, сколько заданий они пошли делать. Ох, сколько ящиков-то здесь. Невероятное множество. Здание-то они пошли делать где? Круто. Давайте откроем ящички некоторые, да, которые здесь сокрыты. Игра поражает. Честно говоря, цепляет прям вот с первых секунд. Оп. Прям таки, я бы даже сказал, так, вот здесь явно что-то закопано. Где-то вот прям таки вот здесь вот, я бы даже сказал. Вот. Есть. Так. А почему кружков нету? Че это они не молятся, что ли? А. Смотрите, домов-то сколько. Невероятное количество, честно говоря. Я так понимаю, мне и придется постоянно расширять, уменьшать, увеличивать или передвигать территорию. Постоянно придется, потому что, ну, мне же нужно место для моего населения, которое потихонечку, даже я бы не сказал, что потихонечку, очень эффективно и быстро растет. Так, ну давайте вот здесь вот, здесь вот как раз таки оставим озерцо вот это вот, только вот здесь вот сделаем вот, вот так вот, вот так, вот так вот. А, ну вот, в принципе, отлично. Так, они делают какой-то храм. Вот уже новые дома появляются. Смотрите, классно какая. То есть я и деревья таким образом могу убирать. Отлично. Строителей очень много. Так что, в принципе, только, как говорится, только в бой. Так, вот давайте вот здесь вот берем. Есть. Карта новая. Ух ты. Нифига себе, храм. Даже ничего не написано, честно говоря, про храм. И не понятно. А, вот сейчас мне, наверное, расскажут, да. Ой, даже ничего тоже не написано. Это ваш магазин самоцветов. Здесь вы можете приобрести много чего интересного. Коснитесь, чтобы активировать. Набор наклеек. Ага, наклейки всяческие, которыми, собственно говоря, я и буду проапгрейживать. Все понятно. Ладно, оставим пока что. Вот. Так, вот это. Ага. Честно говоря, я не понимаю. Там нет описания на русском, к сожалению. Точнее, там вообще никакого нет описания. Почему-то. Почему так, интересно? Так, ладно. Наклеек у меня довольно-таки большое количество, я смотрю. Так. Еще одно. У вас новая карта. Это потому, что 40 человек набралось, да, похоже? Посмотрим. Здесь нужно жизнь сообщества. Простой набор наклеек. Понятно, я могу купить наклейки за кристаллы. Ну, понятно. Так. Честно говоря, я немножечко не понял, что это такое было. И на что это повлияло, вот что. Это производитель. Окей. Хорошо, пускай будет он производителем. Только я не понял, зачем это. Так, ладно. В
принципе, ох-ох-ох, там, я смотрю, какие-то поля уже, маяки, и очень-очень много всяческого. Так, во-первых, давайте вот здесь вот расчистим вот этот склон. Мне так кажется, это будет правильней. Во-первых, здесь и есть коробка и место, которое мне сейчас необходимо для развития моих жителей. То есть просто увеличение территории. Захватываем, так сказать, территорию. Именно так как-то оно звучит. Так, потихонечку, потихонечку развиваемся. Строит очень медленно, честно говоря, я вот смотрю. Вот эти уже каменные белые изваяния строят очень долго. Так, давайте вот здесь вот прям... Тогда вот... Прям-таки вот прям впритык сделаем. Но, к сожалению, наверное, все-таки мне уже придется заканчивать, потому что время серии подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки. Игрушка очень атмосферная, честно говоря. Музыка, вот этот движух, вот это, ну, какое-то, не знаю, вот это чувство такой какой-то умиротворенности, я бы даже сказал. Нету воинственности какой-то или что-то в этом роде. Все как так по-доброму. Так, вот здесь вот можно, кстати, сделать лесенку прям. Игрушка мне очень понравилась. Я ссылку оставлю под видео, с которой также я скачал. Игра, ну, к сожалению, неофициальная. Я бы с удовольствием поиграл в официальную игру, но, как говорится, не суждено. Поэтому я играю пока что в пиратскую версию. Может быть, когда-нибудь приобрету, либо вдруг кто-нибудь подарит. Намек. Да-да-да. Ставьте лайки, побольше лайков, потому что игра замечательная. И я уверен, что вам очень понравится ее смотреть. Что же дальше получится с моим поселением. И мне очень будет приятно в нее поиграть, потому что реально интересно, очень интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Она потихонечку развивается, недавно только появилась, развивается. Так что будет очень много интересного материала в будущем. Обязательно, просто обязательно. Так что дерзайте. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.